Дорога Протвино-Оболенск. Сегодня была произведена заделка ямы очень глубокой. Примерно 3 километра до Протвино и примерно около, наверное, 12 до Оболенска. Кину гравия. Вот так вот. Привет. Познавательный знак повешу. В курсе, чтобы работал. Сделаны маяки, чтобы понимать, где это происходит. Чтобы примерно какая-то ориентация. Ну, тоже типа маяка получается. Дорога, конечно, еще работает и работает. Очень низкая.